Всем привет! Добро пожаловать на дикие земли! Сегодня я буду сеять. Вот, я решился. Поэтому надо что? Сначала, я не знаю, наверное, удобрить эту... А, не, я же хотел задисковать. Ой, закультивировать. Да, поэтому сейчас нам придется парочку раз съездить туда, в поселение. И, наверное, у кого-то, у местного кузнеца закажем, или может есть у него культиватор какой-нибудь и сеялку тоже. Только я вот не знаю, как взять прицеп с собой, что ли, если что, закинуть сразу. Помогут там или нет. Кстати, да или нет, вот вопрос. Так, подожди, куда это? Кстати, ребятки, я тут уже это... Потихонечку, тихо. Потихонечку обживаюсь. Вот, потихонечку обживаюсь. И я тут... Видали, что... Тихо. Видали, что состряпал? Ну, в общем, дрова тут. В общем, дровницу такую запилил. И туалет. Все, теперь можно нормально себя чувствовать. Так что, отлично. Ну что, поехали тогда к кузнецу, к местному. Блин, да что эти такие бурьяны тут в пояс. Поехали тогда к местному этому. Так. Что у нас тут? А ну, заводись. Во. Заводятся. Что, топливо есть? Есть. В общем, поехали за культиватором. А, знаешь, что еще надо? За культиватором мы поехали. Мы-то поехали. Мы-то поехали, но надо будет еще взять тогда удобрений. Надо будет взять семян сразу. Так что я по-любому возьму эту штуку. А, слышишь, подожди. А как я потом тут сброшу эту культиватор? Тяну. Ну ладно. Поехали к кузнецу, там разберемся. Прелестно. Все прелестно. Но я, конечно, и потратился прелестно. В общем, еду я уже второй раз с сеялкой вот этой. Первый раз я привез, вон, стоит уже культиватор вот такой вот. И мешочки со всяким барахлом. Так что будем сейчас это все дело культивировать и сеять, наверное, пшеницу. А что я еще хотел? А, картошку. Кстати, я думаю, что нам нужно будет этот... Одним этим маленьким полем-то не обделаешься. Надо будет распахивать еще одно поле. Кстати, надо сейчас будет стянуть это дело. А ну, ремень этот. Давай. О, нормально. Так, и что нам еще? Семена. Семена я, пожалуй, сразу заправлю сюда. Закину. Ага, тут у нас два мешочка влезает. Ну, нормально. Два мешочка это хорошо. Два мешочка это хорошо. Ой. В смысле, и все. Так, остальное не влезает, да? Да, не хочет остальное влезать. Ну и ладно. Ничего страшного. Так, и есть у нас немножко... Есть у нас немножко удобрений. Сейчас пойдем, наверное, заправим сразу удобрения. О, хорошо. Удобрение это хорошо. А то, как говорят, что без удобрений ничего не работает. Я, конечно, узнал, что там по поводу навоза. Навоз, кстати, ну, дело как бы такое, что оно есть, но вот чем это все разбрасывать, я пока не знаю. Прицеп для того, чтобы разбрасывать навоз, слишком дорогой и тяжелый, поэтому я не знаю, потащит ли моя мотоколяска. Во, отлично. Все отлично. Так, ну давай сюда пока положим этот мешочек. Кстати, я тут
вытоптал уже... Так, подушка, что ты на полу валяешься? Вытоптал себе тут этот пол человеческий нормальный. Яма какая-то, подсыпать надо. Так, еще один мешочек у нас удобрений. Вот надо будет единственное что-то подумать и решить с навозом. Навоз-то я на хуторе куплю, скажем так. Но... Ага, подожди, а как же нам это дело... Давай мы его сюда оттащим. Вот так вот. О, нормально. Ну и, наверное, поехали тогда что-то думать. А вообще, я там присмотрел у одного мужика трактор. Он говорит, я... А, подожди, я не то цепляю. Говорит, я могу тебе его продать за... Договоримся, говорит. Могу тебе продать за договоримся денег. Вот. И, ну, блин, а потащит у меня этот мой трактор такой, культиватор. Будем надеяться, что потащит. В общем, я думаю, что договоримся, но нужно будет немножко леса нарубить. И тут у них рядом есть лесопилка, которая город в город отправляет. В общем, лесники живут. Там чуть дальше, за хутором. Они отправляют лес в этот, в город, который тут, ну, где-то там, ну, я не знаю где. Вот, и сказали, что можешь, в принципе, привозить лес, только не меньше, чем 3 метра в длину. Или 2,50, по-моему, 2,50, что-то такое. Ну, в общем, в длину прицепа, вот, если сможешь привозить, то привози. Если короче, типа, нам нафиг не надо, своих хватает, типа. Так что даже не знаю. Ну, посмотрим. Ладно, ребятки, что, поехали тогда вот это дело все мы культивировать потихонечку и потом сеять будем сразу.
Супер! Ура! Наше первое поле, если можно назвать его полем, посеяно и даже удобрено. Так, что дальше? В общем, надо ехать за картофелесажалкой. Но проблема в том, что еще холодновато для картошки. Так, семена надо занести внутрь, чтобы они там не намокли, если что. Вот, и я чего думаю? Чего думаю? Думаю, что надо кроме пшеницы еще что-то посеять. На одной пшенице ты далеко не уедешь. Ну, понятно, картошку сейчас там, ну, чуть попозже посадим, когда потеплеет. Вот. Что еще? Я вот просто подумал, может еще посадить кукурузу надо посадить. А для того, чтобы посадить кукурузу, нужны новые инструменты. Нужна сажалочка. И как... Ах ты ж, ё-моё. Зацепился. Давай вот тут не выпендривайся. Вот. А для того, чтобы посадить кукурузу, нужны еще... Ну, в общем, еще я так предполагаю, что еще два огородика надо. Потому что нужна будет кукуруза, наверное, для разнообразия. Что-то там кукурузный хлеб сделать, там кашу. Еще что-нибудь. И сою посеять тоже. Тоже пригодится. А еще что я хотел? Подсолнухи. Ну, подсолнухи на масло, если только. Масло что тоже нужно. Короче, в общем, целую кучу всяких огородиков надо делать. Поэтому я даже не знаю. Даже не знаю, с чего начать. Ладно, поехали тогда за сажалкой, за картофельной. А потом уже будем что-то думать. Ну вот мне, я думаю, такого кусочка маленького хватит картошки пока что. А потом разберемся. Может быть, чуть-чуть на пару метров шире надо было сделать. Да, наверное, надо было. Ну ладно. Это мы разберемся. Ну и надо потихонечку уже к зиме готовить лес на дом, потому что зимой как бы это, ладно, сейчас вот уже 11, там тепла, уже более-менее нормально, а к следующей зиме-то надо поставить дом. О, кстати, надо подзаправиться, а то что-то прям как-то страшно это все. Страшно. А сколько там литров осталось? А, еще нормально. Ладно, поехали за картофелесажалкой. Там потом разберемся с этим лесом. Да, надо ближе к зиме готовиться. Уже лес потихонечку валить, складывать. И потом строить дом. Хоть какой-нибудь со сруба поставить. А вот и картошечка с сажалочкой. Вот такую мини-сажалочку я, конечно, приобрел. Но, а что поделаешь, мой трактор больше не тянет. Так что, сейчас что у нас получается? Надо немного. Ну, наверное, нормально, уже вон потеплело, пока туда-сюда ездил. 15 градусов, жара, в принципе. Земля, конечно, еще не очень прогрелась, но я думаю, ничего не будет картошки. Да? Да, и потратился я знатно, уже почти денег нет, так что надо, наверное, идти за лесом, заготавливать лес и продавать, вести, посмотреть, что... А вон, кстати, есть же эти пенечки, я не знаю, не примут. Вон там сухостой есть, можно будет повалять немножко сухостоя. Хорошо, давайте сейчас быстренько посеем, посадим картошку и пойдем немножко лесом позанимаемся. Thank you.
Отлично. Вот такие бревнышки у меня тут получились. Ну, они еще лежали с прошлого раза. Но неудобно на платформу грузить. Все это падает, все это съезжает. И я совсем забыл, у меня, по-моему, вот на этом прицепе снимаются борта. Да, вот это можно снять, эти доски. Они же там не прикручены. Они просто сюда вставляются. А потом вот эта центральная фигня вставляется и все, распирает их. Да, надо будет вот на этот прицеп грузить в следующий раз. Вон там парочка сухостоев есть. Тут вон... А, нет, тут я спилил все сухостои, да? Да. В общем, сейчас отвезу, посмотрю, что из этого выходит. Вот такое. Будут принимать, не будут принимать, за сколько денег. И сейчас вернусь, сниму тогда с этот борта, с того прицепа. И поедем вот тех пару... А может и не пару. Посмотрим там, в общем. Поехали. Да ё-моё. Ё-моё. В общем, я огорчен. За эти чурбачки, кстати, я тут потерял, по-моему, один. За эти чурбачки, которые я им отвез, мне дали, даже не 2000 мне дали. Так что я огорчен. Буду, в общем, тогда вот тут пока что заготавливать вот это сюда рубить. Все, пусть оно тут пока хранится. Там пока не требуется никому, но эти дрова и мне пригодятся, и кому бы то ни было. Если что, отвезу. Сейчас, конечно, не зима. Понятное дело, что осенью это все будет в спросе. Так что к осени надо будет заготовить дровишек нормально так. Но до осени еще очень далеко, еще лето. Еще тут столько всего, что мама не горюй. Так что какие-то гербули тут. В общем, сейчас тогда валим вот этот сухостой немножко. Как бы так его повалить? Блин, тут в этих кустах. И загружу ли я? В общем, снял я борта. Вот такая вот штуковина получается. Ох, какая здоровенная. Как же тебя грузить-то? Я же такие длинные-то сюда не загружу, да? Ну, конечно, не загружу. Что я? Геракл, что ли? Блин, тут еще вот есть... Да, их тут нормально хватает. Вот уже 4 штучки. 5, 6. Ну, в общем, в принципе, сухостоя хватает. Только как я его буду грузить? Может, сюда на низ худые? Да не, это тоже не покатит такое. Ладно. Что-то да придумаем. Давайте хотя бы одно сейчас завалим, посмотрим.
В общем, получилась хрень какая-то. Это такое не пойдет. Это такое совсем не пойдет. Ну, поехали, попробуем им предложить это. Я думаю, что опять они меня скажут: мужик, ты задолбал нам пеньки возить какие-то драные сраные. Блин, а я еще и не уеду с этим всем, да? Ой. По-моему, я никуда не поеду с этим. Моя мотоколясочка отказывается ехать. Или я еду? Ну, возможно, кое-как я доеду. Да? Доедем мы с тобой, нет? Короче, надо что-то интереснее придумывать для этого всего. Этот прицеп не годится. Нифига, его он беднягу повело, перекорежило. Черт. Ладно, давайте сейчас съездим, посмотрим. Может, что-то лесорубы предложат интересного. Поехали, посмотрим. Так, надо аккуратнее, а то сейчас развалится это все нахрен. Вот смотришь ты на это все и думаешь, ну и что? И какого ты лешего едешь задом? Ха. Суть в том, что, в общем, съездил я, да? Как ты понимаешь, к лесникам, на лесопилку вернее. Они мне сказали: ну, мужик, ну ты да задолбал ты своими пеньками этими какими-то дряхлыми. Иди отсюда пока при памяти, на тебе вот опять 1900 мне дали, говорят: смотри, если хочешь с нами сотрудничать, держи вот такую штуку. Ну и взяли денег за нее, соответственно, дали в аренду, говорит, вот притащи нам несколько бревен хороших, ровных, без сучков, желательно, метров по 6, говорит. Но твоя инвалидка, скорее всего, это не потащит, но мне аж немножко обидно стало, говорит, так что пробуй. Пробуй, думай что-то, но на прицепе на этом, в общем, сложно. Вот такое вот приспособление, крюк, который цепляешь за бревно и тащишь. Я не знаю, реально, мой трактор, скорее всего, это все не потащит, но я хочу попробовать. Но пробовать будем... Глушись, ё-моё. Все. Давай, бедняга. Выдыхай, бобер. В общем, надо распахивать еще поля. Вот эта пшеничка чуть-чуть, это не серьезно совсем. Да, это хорошо, но это не серьезно. Так что в дальнейших планах будем пробовать трактор на выносливость. Если он хотя бы одно бревно утащит, это уже будет круто, 6-метровое. Если утащит больше, то я ему памятник нерукотворный воздвигну. Дальше что? Дальше будем вот в ту сторону парочку еще полей. Полей. Огородиков, короче, еще парочку надо будет сделать в эту сторону. Тут, конечно, места немного. Места есть побольше вот там, вот с этой стороны. Вот тут возле леса. Тут тоже можно, в принципе, распахать, но там камни. Что делать с камнями? Да фиг его знает. Пока... Не понимаю, тут они валяются, но может вот если до камней сюда, да? В принципе, места пока хватит. Или обходить их, но их тут очень много. Не знаю, что будем делать с камнями, в общем, что-то будем придумывать. В принципе, ребятки, на этом пока что все. Давайте обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, за мои старания. Вот, переходите по ссылочкам в описании, там есть... Второй канал, на котором выходят таймлапсики. Там есть наш Дискорд, в котором можно скачать мой пак модов. Там есть сайты, с которых я беру моды. Так что ныряйте в описание. Подписывайтесь, переходите, жмякайте. В общем, не отказывайте себе ни в чем. Все. Всего вам хорошего. До новых встреч. Покедова.